Простые сложности. Привет огромный, 7:38, это утреннее шоу «Раньше всех». Простые сложности, наша игра, в которой мы разбираемся, насколько хорошо ты учился в школе. Я вот тут, знаешь, что вспомнил? Что вспомнил? Мой любимый анекдот, связанный с теорией относительности в школе, да. Я не знаю, мне всегда учитель его рассказывал, Вовочка приходит, а его спрашиваю, что такое теория относительности? Он говорит, вот смотрите, два волоса в супе, это много? Это много, а у вас на голове не очень. Вот так вот. Какой кошмар. Мне почему-то так запомнилось, и больше всего учительница смеялась с этой шутки. Все, начинаем играть. 213-30-70, код Минска 017. Звони нам прямо сейчас. 213-30-70, код Минска 017. Простые сложности. Доброе утро, 7:48, ты слушаешь Радио ФМ, утреннее шоу «Раньше всех», играем в простые сложности, каждое утро разбираемся, насколько хорошо вы разбираетесь в школьные всякие программы, да, задаем три вопроса, отвечаешь на два, получаешь подарок. Все, Андрей у нас на связи из Минска. Андрей, доброе утро. Привет, привет. Привет, как настроение, Андрей? Супер, первый день на работу. Тогда начинаем играть. Сегодня, кстати, вопросов с геометрией не будет, будут другие вопросы. И сегодня мы играем вместе с Белорусской молодежной общественной организацией «Спасатели пожарных», которая отмечает акцию, вернее, проводит акцию с 23 сентября по 15 октября «Молодежь за безопасность». Андрей, все, начинаем играть. Готовы? 3, 2, 1, поехали. Поехали. Итак, первый вопрос. Когда сутки длиннее? Летом, зимой или никогда? Летом. Летом. Нет, лето... не летом. Это неправильный ответ, потому что никогда. Ну никогда. Да, они же всегда одинаковые. Это ну да, световой день меняется, да. А вот сутки нет. Ладно, еще есть возможность для тебя выиграть. Поехали. Давай, второй вопрос. Самый мелкий океан. Тихий, Индийский, Северный Ледовитый. Это тот ядовитый, который... Северный Ледовитый в детстве называл, да. Самый мелкий, маленький. А, Северо-Ледовитов, да. Да, да. Это самый ядовитый. Молодец, молодец. Ну и третий вопрос от нашей организации. Кто является председателем Республиканского совета Белорусской молодежной общественной организации спасателей пожарных? Варианты номер один – главный редактор газеты «Юный спасатель». Номер два – министр по чрезвычайным ситуациям. И номер три – первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям. Вот это вопрос. Ну, подарок хороший. Ну, давай начнем с того, что кто точно не может быть. Как тебе кажется? Я думаю, что министр точно вряд ли будет. Почему? Ну, там, других дел. Других дел, конечно. Других дел хватает. То есть, по-твоему, это может быть главный редактор газеты «Юный спасатель»? Ну, как вариант. Ну, но, давай, наверное... Один, два, наверное... три. Давай наугад. Наверное, три. Три. Нет, это неправильный вопрос. Ответ точнее, потому что правильный вариант – министр по чрезвычайным ситуациям. Ну, все-таки. Ты не расстраивайся, мы сегодня тебе все равно дадим подарок, потому что ребята из МЧС действительно помогают людям. Здесь сегодня не помогли Андрею. Получаешь от них фирменные наушники. Кстати, я скажу, что очень ответственное дело выполняют юные работники МЧС. Они посещают социальные приюты, дома-интернаты, общественные учреждения и рассказывают сверстникам о своей деятельности, об организации и проводимых мероприятиях. Вот так вот, поэтому поздравляем, расскажем, как забрать подарок, приезжай к нам в гости. Но утреннее шоу «Раньше всех» продолжается, впереди только 100% хиты. Доброе утро!